是建设网络强国的重要的一步。近年来，医疗功能崩塌了，这就完全不能够存在了。在这种医疗功能崩塌之后，我相信可能是全身性的变化。什么概念？这忙吗？Одна документал. Китае и правда много разных видов лапши, которые отличаются и по составу исходного сырья, и по технологии приготовления. Например, многие виды делают только вручную. Как правило, в Китае лапшу готовят из сырого теста. A lot of different angles, but firstly, I want to tell a story. So did you know that the place that they were protesting, the physical place they were protesting, has a bunch of really shady trees. And about a... Oh, and then they cut the trees. Then someone came in the middle of the night and cut the trees. It was... Принято обязательно есть менчао. Да, я слышал, что специальную лапшу подают человеку, который отмечает свой день рождения. По-китайски ее называют ча шоу мянь, что переводится как лапша долголетия. Я называю это коханием.